Митинг состоялся на мемориальном комплексе в поселке Шахты-Новопавловская, месте гибели экипажа БМП, защищавшему летом 2014 года подступы к Красному Лучу. Вспомнить о событиях и почтить память погибших собрались жители города, школьники, представители администрации, общественного движения «Мир Луганщины», ветеранских организаций, члены молодежного совета. Нам всем пришлось столкнуться с ужасами кровавой, бесчеловечной войны, потерями близких людей, друзей, знакомых. Однако характер нашего народа не сломили ужасы этой войны. Народ Донбасса не сдался. Мы всегда будем благодарны мужеству наших земляков и всей Луганщины. И не позволим украинской хунте стереть Донбасс с лица земли. Нам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, старшему поколению, как никому другому, известно, что такое война. Ибо мы ее видели с 41 по 45 год, когда на нашу землю вероломно напал Гитлер. Многие из нас потеряли своих мужей и отцов, матерей и детей. Война – это голод, разруха – это бедность и нищета – это слезы матерей и детей. В наших городах были страшные разрушения. Было разрушено более 310 частных жилых домов, более 50 домов многоквартирных. Более 13 объектов социальной сферы. Разрушались детские сады, школы, линии электропередач. Был поврежден при авиаударе газопровод высокого давления, подводящий в городе Красный Луч, оставив весь город без газа. Находясь здесь, я испытываю чувство гордости и горя. Гордость за то, что с помощью всех неравнодушных людей мы построили на месте гибели ополченцев мемориальный комплекс, который стал памятным местом для многих людей, напоминанием о страшных событиях августа 2014 года и будет памятью для будущих поколений, которые будут знать имена героев. Но горечь утраты, ведь кто-то потерял отца, сына, мужа, друга, брата, навсегда останется в наших сердцах. В течение лета 2014 года погибли свыше 1500 мирных жителей Донбасса. Во время боевых действий пострадали более 130 краснолучан, из них 6 детей. 18 человек погибли, в том числе 2 ребенка. А 43 наших земляка отдали жизнь, защищая Донбасс. Минута молчания. Участники митинга почтили память всех погибших и возложили цветы. Возлагается корзина всем жертвам вооруженной украинской агрессии от городской администрации и Совета ветеранов.